Погиб под лавиной. Снег сошел на группу туристов в Акинском районе Бурятии. Группа московских путешественников из 6 человек проходила маршрут из Орлика в долину вулканов. В 15:30 с гор сошла лавина. Погиб руководитель группы, 35-летний Андрей Зайцев. Остальные туристы ждут помощи в палаточном лагере. С ног на голову. В пригороде Улан-Удэ перевернулся автобус. Водитель Рено ехал из столицы республики в Еволгинск. По предварительным данным, он не справился с управлением. По информации «Восток Телеинформ», этот автобус выходил на маршрут самовольно. На момент аварии в автобусе были пассажиры. Жертв и пострадавших нет. Женщина обокрала пенсионерку в Бурятии. В Бичурском районе из квартиры пожилой женщины украли телефон и личные вещи. Ущерб составил 12 тысяч рублей. Предполагаемая преступница задержана. Это 31-летняя неоднократно судимая местная жительница. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище».